Коллеги, добрый день. Мы продолжаем работу пресс-центра форума древних городов. Сегодня у нас очередной брифинг, посвященный работе международной конференции «Историко-культурное наследие. Гарант устойчивого развития древних городов». Разрешите мне представить наших гостей. Васильченко Дмитрий Викторович, главный архитектор Рязанской области. Шумаков Николай Иванович, президент Союза архитекторов России. Все регалии перечислять невозможно, их очень много. Кузьмин Александр Викторович, президент Российской академии архитектуры и строительных наук. Воскресенский Игорь Николаевич, председатель комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе. Менчиц Юрий Владимирович, вице-президент Союза дизайнеров России. Я предлагаю дать нашим гостям возможность сказать несколько слов по поводу работы конференции, буквально по очереди, и потом у нас будет время на вопросы. Спасибо. Ну, я хочу сказать, что этот форум важен не только для нас, для нашего региона Рязанского. Он важен вообще для всех участников форума. Почему? Потому что проблемы на самом деле независимо не только от городов, на самом деле даже от стран. Они общие, они едины. Потому что, с одной стороны, город, любой город, это живой организм, он должен развиваться обязательно, дышать, он не может без этого. С одной стороны. С другой стороны, есть историческое наследие, которое, безусловно, неприкосновенно и в части и силуэта, и его восприятия, его сохранности и так далее, и так далее, и так далее. На наш взгляд, тут не должно быть каких-то перевесов в ту или другую сторону. Вот либо давайте мы развивать новый город, совсем новый, на корню построим, да? Либо вот нет, мы будем только охранять старое, и город дышать у нас перестанет. Такого быть не может по определению. Значит, соответственно, нужно искать золотую середину, искать баланс. Вот в этом очень большая сложность, в этом, я бы сказал, ювелирность работы архитекторов, нас, вот, наших коллег, чтобы это обеспечить, чтобы одно не нарушало другое. Вот этому посвящена наша конференция в основном, то есть мы делимся опытом, вернее, мы, я имею в виду в широком смысле слова, как бы наши коллеги из всех регионов и из многих стран мира, зарубежных приехавшие, значит, мы делимся опытом, как вот выходить из таких ситуаций, какие существуют приемы, какие существуют примеры в мировой практике, в нашей российской практике. А примеры такие есть, это и правовой аспект, архитектурный, благоустроительный, градостроительный, безусловно, то есть требования градостроительные и так далее. Поэтому мы очень рассчитываем, и Николай Викторович Любимов, в принципе, поддерживает идею, чтобы вот как архитектурная составляющая вот этого форума, она смогла стать ежегодной, именно Рязанским архитектурным форумом. Спасибо. Спасибо большое, прошу вас. Организатором этого мероприятия является и Союз архитекторов России. Я думаю, Николай Иванович скажет о той роли, которую Союз выполняет в данном случае, но я, как человек, который всю жизнь занимается ландшафтной архитектурой, хотел бы обратить внимание, что Рязанская область обладает уникальными природными качествами, которые дополняют или для которых, в которых архитектура является, ну, будем говорить, тем завершающим звеном, тем бриллиантом, который украшает эту природу. И взаимодействие с природным окружением, с ландшафтом очень важно. И внутри города особая роль природных элементов, растений. Я думаю, здесь есть еще над чем работать, не только Рязани, но и другим городам с исторической памятью. Есть некие традиции, освобождение от инвазивных растений должно происходить, сохранение природной составляющей, характеризующей данную местность, данной области, в данном случае Рязань, должно быть, ну, уделено особое внимание, потому что с утратой памяти архитектурной утрачивается память одновременно, может быть, еще раньше, природная. Поэтому я думаю, что очень важно, особенно в теме создания комфортной среды городов, вот, понимание того ландшафта, той природной основы и составляющей, которые сопровождают людей в нашей жизни. Спасибо. Ну, подруги мои, я хочу сказать, что в Рязани ведь тоже люди живут. И во многом
хорошие люди. Не только в Москве, не только в Петербурге, не только в тех агломерациях, куда в основном в последнее время стягивается все трудовое население, и Россия, соответственно, редеет, а не густеет. И что завтра произойдет с Уралом, Сибирью и с Дальним Востоком, это неизвестно. Это тенденция достаточно опасная. И поэтому есть такой замечательный человек по фамилии Любимов Николай Викторович, который точно так же озадачился этой проблемой. А что будет с Рязанью завтра? Не поедут ли все рязанцы неожиданно в Москву, которая в 2,5 раза расширилась, и эту огромную территорию Новой Москвы надо кем-то заселять? Он этой темой озадачился, озадачил нас, я имею в виду Союз архитекторов России. И вот совместно мы проводим этот форум, форум древних городов, для того, чтобы эту тему еще раз обозначить. Еще раз обозначить, понять, что так жить нельзя. Надо развивать всю территорию России, включая, естественно, древние города. Древние города – это достаточно такое условное определение. Здесь временной аспект, по-моему, 500 лет, да, взят? Да. 500 лет. Городам, поэтому, я думаю, основная тема именно это. Сказать о том, что Рязань жива, Россия жива, и все города малые и средние, и древние города – это города нашего будущего. Спасибо. Я, честно говоря, не согласен с термином, что древнейшие города – это 500 лет. Мне больше понравилось, как Марина сегодня Начёкина сказала, потому что есть, правда, такая грань для российских городов, конечно, да, это татаро-монгольское нашествие 1237-1238. Потому что, мне кажется, это более грань, она как бы более понятная, объяснимая. Потому что если просмотреть развитие, в том числе и культуры, и архитектуры России – то как раз вот именно эта точка, которая приостановила развитие того, что было в Новгороде, в Киеве, зарождалось во Владимире, при Андрее Боголюбском. То есть было раз и на 200 лет. И практически на 200 лет, и уже только, да, при Иване III, Фиараванте, прочие, да, приезжали и так далее. Поэтому мне, вот в этом плане я здесь поспорил бы, я считаю, что вот эта грань, она более градостроительная, она более понятная и объяснимая, в том числе с точки зрения градостроительства. Не говоря о том, что другая нация появилась. Появилась другая нация уже, да? То, что было до этого, то стало после, это большая разница была. Вот, поэтому и как раз Рязань, и старая Рязань, да, они подходят именно под эту категорию. Причем, мало того, это как раз да, та точка, откуда и началось вот это изменение. Город, который больше всех пострадал, первый принял удар. Я больше говорить, не хочу много говорить. Я с радостью просто съездил на старую Рязань, походил, посмотрел. И вот я считаю, что вот я в первую очередь, наверное, отметил, что на сегодня, вот мне очень понравилась именно вот Рязань с подрязанщиной, так ее назовем, да, ну, подмосковщина, да, подрязанщина, вот. Вот и то, что Игорь заметил, Николаевич, да, вот, когда природа входит в город, и очень так, вот, не испортится только, не дай бог вам там, это, вот ваша замечательная зелень, которая подходит по реке к Кремлю, вот только не надо туда этих дизайнеров пускать. Да, смотрел на меньше. Да, креативных. Креативных, понимаете, это дорогого стоит. Вот то, что есть в городе, это дорогого стоит. Поэтому, ну и то, что и тоже, конечно, поля, леса, ну, и там Константиново и прочее, конечно, здесь вот позавидуешь, потому что я как-то умудрился родиться в Москве и всю жизнь жить Подмосковье моей. Юности, моей молодости, моего детства, его Польши просто не существует. Его просто не существует. Все, что раньше мы называли лесопарком, защитным поясом Москвы, это сейчас все в 17 этажей. Поэтому
На это тоже надо обратить у вас внимание, потому что, к сожалению, так от Кремля там 2-3 штучки торчат. Торчат у вас тоже. Надо это отслеживать. Причем это сейчас легко отслеживается с помощью современных методов проектирования. Вот масштаб у вас города сохранится, не считают этих торчков. Вот этот торчков, который, вот, не дай бог, если эти торчки начнут дальше продолжаться. Берегите вот это. Потому что человеческий масштаб это дорого стоит. Ну, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Я хотел бы сказать о значении форума с точки зрения дополнительной возможности обратить внимание именно молодого поколения на тему уважения и любви к своей стране и прежде всего своей малой родине. Вот коллеги-архитекторы говорили о том, сколь важно четко наблюдать, проносить через сердце тот состояние, которое есть уже у города, сложилось за века, иногда даже за тысячелетия. В вашем городе, в Рязани, есть 2 замечательных факультета в 2 вузах, которые выпускают как раз ландшафтных архитекторов, входящих в профессиональную работу, уже зная, в каком городе они учились или даже живут, и с каким трепетом они должны привносить туда элементы средового дизайна, то, о чем сказал Игорь Николаевич, в том числе по программе президента, формирование комфортной, удобной и общедоступной среды, не уродуя этот город какими-то выходками, а действительно дополняя его, превращая его в более современное состояние, близкое уже новому поколению, и в то же время сохраняя всю структуру, которую у города сложилось за многие-многие годы, уважая архитектуру, которая тоже в Рязани удивительная совершенно, в том числе деревянные дома. Некоторые из них, к сожалению, уже в достаточно тяжелом состоянии, но красота этих зданий, она должна быть видна. И теми элементами среды, которые внедряются, ни в коей мере нельзя их портить. Вот я надеюсь, что молодые ребята именно профессионально, подчеркиваю, профессионально будут заниматься этой работой с большим чувством любви к городу. Спасибо большое. Я напомню, что трансляция у нас происходит на сайте tkr.su. Текстовую трансляцию обеспечивает издательство «Пресса». В зале журналист региональных и федеральных изданий. Я прошу задавать свои вопросы. Пожалуйста. Наталья Соловьева, информационное агентство «Медиа Рязань». Насколько я поняла, то есть неизвестно, будет ли форум в дальнейшем проводиться в нашем городе, да, но как минимум архитектурная часть сохранится и станет традиционной архитектурной конференцией. С моей точки зрения, это накладывает на регион очень большую ответственность, потому что не хотелось бы, чтобы это была говорильня, хотелось бы, чтобы это было мероприятие, которое приносит конкретную пользу, практическую пользу. Да? Соответственно, ответственность в чем накладывается? К нам, наверное, не поедут архитекторы в случае, если у нас не будет здесь постоянно реализовываться что-то, что будет им интересно. Да? Какие-то там, не знаю, новинки, какие-то особенности и так далее. По результатам, все-таки конференция уже идет не один день, да? По результатам этого мероприятия можно ли сказать, что мы нашли что-то, что нам действительно практически пригодится? Или пока это вот в целом? Я так понимаю, вопрос ко мне, видимо, да? Да. Вот, понятно. Во-первых, мы уже понимаем, несмотря на то, что, ну, как бы вчера посвященный охране наследия был круглый стол, сегодня, собственно говоря, на архитектурно-градостроительную тематику идет конференция полдня, пока еще только. Мы уже видим, насколько это интересно. Уже видим примеры, уже видим рассказы как бы наших ведущих мастеров архитектуры о том, какие были сделаны ошибки, что хорошо, что плохо. Это очень важно для всех. Поэтому польза здесь безусловная. То есть я так вот просто скажу открытым текстом, это не говорильня. Собрались не для того, чтобы поговорить, там грамоты друг другу вручить. Нет. Это действительно профессиональный диалог. И мы все друг друга слышим. Это очень интересно. И сегодня вот будет продолжение. Это во-первых. Во-вторых, то, что вы говорите, что ежегодная конференция проведения в Рязани накладывает определенную ответственность. Да еще какую?
Я с вами полностью согласен, так это же здорово. Это еще один стимул, чтобы мы не только, как вы сказали, развивали и делали более современные какие-то новые вещи, но и сохраняли старые. Это тоже предмет показа и предмет обсуждения, да, и привлечения туризма и так далее, и так далее. Это тоже предмет гордости, я бы сказал, для нас, чтобы показать, вот видите, вот за год сделано столько-то. Поэтому я считаю, что это хорошо, когда у города есть лишний стимул, в том числе моральный, профессиональный, этический. И не только перед профессионалом, но и перед жителями, которые должны все-таки видеть результат нашей работы. Вот и все, поэтому нормально. Бы хотел отметить, что сегодня в зале как раз были педагоги тех вузов, о которых я говорил, и они очень много не только записали, но и отфотографировали, и даже забрали каталоги тех примеров, которые привезены были участниками, выступавшими сегодня на конференции, именно для того, чтобы включить в образовательные программы этих вузов все те вопросы, которые сегодня поднимались. А это уже совершенно конкретные вещи, которые действительно должны в дальнейшем помогать, в том числе и Рязани, жить по новым правилам. Ну а если вы говорите о конкретных вещах, которые должны быть установлены, ну, наверное, для этого нужно определенное все-таки время. У нас сегодня первая встреча такая, поэтому, думаю, немножко время покажет. Пожалуйста. Прошу, кто еще? Добрый день, меня зовут Татьяна Климишева, я из областной газеты «Рязанские ведомости». У меня вопрос ко всем участникам нашего сегодняшнего брифинга. Насколько вообще, на ваш взгляд, по вашему опыту, подобные форумы, и в частности наш форум, форум древних городов, действительно помогают сохранять культурное наследие? Приводит ли это к заключению договоренности, которые в дальнейшем помогают выстраивать совместную работу? Как это происходит? Спасибо. Татьяна, да? Татьяна. Для того, чтобы архитектура, и в частности архитектурное наследие, развивалось и имело какую-то стратегию развития, надо эту тему обговорить со всех сторон, причем обговорить профессионально, в таком в экспертном сообществе, для того, чтобы понять, туда ли мы идем. И туда ли мы двигаемся? И вообще, правильно ли то направление, которое там выработано нашими предшественниками или непосредственно нами самими? Это одна из основных тем вот этого форума, сегодняшнего форума. Потому как наука архитектурная в последнее время, к сожалению, начиная с перестройки, она несколько ослабела и даже находится в такой стагнации несколько. И вот те специалисты, которые приехали, и в частности все присутствующие за этим столом, они являются экспертами в этом направлении. Сейчас основная тема – это реставрация, реконструкция, приспособление объектов наследия. Следующая тема не исключена – новая архитектура в исторической среде. То есть темы будут обозначаться всякий раз новые, надеюсь, актуальные. Ландшафт. И это ландшафт. Вот Игорь, естественно, он не может без этого слова обойтись. Ландшафт, благоустройство, обустройство городов. То есть тем может быть очень много, и любое обозначение проблемы, оно способствует выработке вот тех самых рекомендаций, тех стратегических рекомендаций, по которым будет жить не только Рязань, но и все российские города. Вопросы, пожалуйста, коллеги. Станислав Пателеев, телекомпания «Край Рязанский». Я бы все-таки хотел немножечко получить долю конкретики. Вот, например, Александр Викторович упомянул наш Рязанский Кремль. Да? Я так понимаю, что профессиональным глазом все-таки успели осмотреть наш город. Помимо Кремля, может быть, что-то еще вдохновило, а может быть, наоборот, что-то насторожило, какое-то место, возможно. Вот я просто, когда куда-нибудь приезжаю, всегда делю для себя сразу, вот, город испорчен или не испорчен.
вот я хочу сказать, Рязань город с точки зрения градостроительства не испорченный, сохранил масштаб. И это очень важно, потому что, про что говорили мои коллеги, да, это дело наживное. Постепенно благоустройство проходит и так далее, и так далее. А вот, ну, вот если где-нибудь, да, там условно, ну как в Москве в то же самое в свое время, да, в Кремле построили Кремлевский дворец, это уже совсем другая вещь, правильно? Масштаб не очень понравился у города. И вот чем мне нравится, что это город, это улицы, площади, понимаете? То есть интересно, интересно идти, интересно гулять. Я не знаю, что такое Новая Рязань, да, там, но я в микрорайон не ездил. Я думаю, приблизительно то же самое, что и у нас. Но вот здесь вот он имеет такие классические черты города, извините, что я не буду в древность, да, это грань 19-20 век. Вот здесь и немножко уже капитализм прошелся российский, да, он закрепился сначала конструктивизмом, условно назовем, да, потом сталинская архитектура. А что объединяет все три вот этих направления, да? Масштаб один. Масштаб, да. Масштаб один. И вот как раз 5 этажей, 6 этажей, которые у вас идут по основным улицам, да, они очень человечны. А вот чего я боюсь? Я боюсь сейчас того, что в том числе, видите, я что-то все хаю свой родной город, да? Вот. Ну, надо так сказать, что мы тут, правда, так забавно собрались, потому что, ну, мы вместе лет 25 с вашим главным архитектором проработали, потому что, в общем, 25 лет мы, в общем-то, из одной команды по жизни. Из одной команды по жизни. Вот. Вот сейчас, знаете, мне кажется, существует таких три оценки, таких модных три бренда. Это первый – народу нравится. Вот народу нравится. Второй – это прикольно. Да. И третий – это креативно. Не творчески, нет, а креативно, понимаете. Вот творчески нас не устраивает. Ну, народу нравится – это старый термин. Это и при советской власти. А чего вы тут мне говорите? Народу нравится, и все хорошо. Вот когда весь мусор в Москве на улицу вытащили, такое впечатление, что чиновники дачи свои почистили, каких-то мостик притащили, каких-то львов поставили около Большого театра. А что, народу нравится. Зеленые женщины вот с такими зелеными задницами появились. Жуть, жуть. И понимаете, в чем дело? Профессионалов не слушают. Профессионалов при этом не слушают. А прикольно, ну не знаю, молодежи нравится, да? Ну как, качели около Маяковского. Ну для меня Маяковский это что-то другое. Триумфальная площадь. Да, и вообще это Триумфальная площадь. А пацанам нормально. Прикольно, прикольно. Сел, покачался. Плюнулся. Они даже не думают. А если Есенин бедный? Не ваш Есенин, наш Есенин бедный на Тверском бульваре. Весь он постоянно избушками обставлен и этими, как называется, тележками всякими. Ну, как это? Телегами. Ну как, из деревни? Из деревни, из Константина, Константина. Почему около рядом? Мама родная, это ужас просто. Вот. Поэтому вот избежать вот этой пошлости, избежать отсутствия профессионализма, потому что сейчас все решается, извините, на уровне, я не знаю, даже когда я спрашиваю главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова сегодня, говорит, Александр Ильич, я этими вопросами не занимаюсь. Это делают нас коммунальщики. Вот, вот, но это легче, это, знаете, все есть, завтра нет, убрал. А вот в градостроительстве, если вы забьете масштаб, вот это уже неисправимо. Неисправимо. Поэтому в данной ситуации здесь, мне кажется, работа очень интересная сама по себе. Еще, правда, есть такая рязанская, извините, что я теперь вас буду, да? С фантазией у вас архитекторы, с фантазией. Я не про тех, которые во время Сталина делали или раньше. Там как все очень так, знаете, очень грань такую не переступали, да? Такие хорошие пропорции, такие хорошие детали, да? А у вас такое что-нибудь выпуклое, потом что-нибудь впуклое где-нибудь там, знаете, на крыше. Так с фантазией, ребята, у вас рязанские, с фантазией. Поприезжайте к на наркосовете бы надо было. Да, есть такое ощущение. Есть немножко. Так же, а так, вот, еще раз повторю, масштаб хороший город, человеческий масштаб. Все-таки говорили, да, что немножко исторический облик этой Рязани подпортили торчками, высотками. Вот я думаю, что эта ситуация для других городов тоже характерна. Как с этим быть? Не допускать дальше, вносить куда-то памятники архитектуры? Ведь не снесешь эти высотки. Люди купили квартиры, все там живут, любуются Кремлем. Ну, если можно так вам сказать.
То, что построено, то построено. К сожалению, градостроительные ошибки, они делаются на века. Значит, мне удалось, я 16 лет был главным архитектором Москвы, да, мне удалось 3 здания только укоротить. Одно из них на Боровицкой площади. Там на уровне ДЭЗа, человек взял 2 этажа надстроил. Как раз вот президент выезжает, Боровицкие ворота и домик в начале, да, Волхонки. Вот ему удалось снести. Сносили 3 года. Через суд. Потом да, еще югославов одних снесли, и Донстрой снесли мы еще, да. Все. Это... пытались укоротить. Да, но не удалось. Потому что, правда, там начинаются вопросы. Вот, ну, еще раз говорю, к счастью, это у вас несколько случаев, все. Я сегодня уже выступал и говорил, в первую очередь, надо сейчас сделать ландшафтно-визуальный анализ Рязани. Современными методами это дело недорогое делать, условно. Закладывается рельеф электронный, закладывается вся застройка, потом любую штуку встраиваешь и смотришь с тех точек, которых надо. Вот. И это должен делать только государь. Я имею в виду государева службы. Потому что инвесторам верить нельзя. Я помню, Сережу Полонского мы проверяли, он там еще дом один хотел построить. Так мы, значит, с Лешкой Куриным, значит, встали на Красной площади, а мы боялись, что он вылезет на Красную площадь, когда смотришь на Василия Блаженного, вылезет. А на другом конце, в Замоскворечье, Маринка Плужникова обязательно, она веревку замеряла, мы запускали шар в безветренную погоду, ну и что, смотрим, я говорю, Сереж, извини меня, вот на этаж твой дом будет торчать. Но веревку замерял только верный человек, потому что Сережа... Если бы он замерил веревку, понимаете? Еще выше. Да еще выше было бы потом. Поэтому здесь, я считаю, это элементарная вещь, но ее надо сделать, особенно для исторического города. К тому же у вас композиция не простенькая, да? У вас кроме Кремля же есть еще некоторые доминантики вокруг, да, там, я еще, извините, не все, на Воскресенской, там очень красиво же есть по Воскресенской улице, да, колокольня такая светлая стоит в других местах. Здесь это делается, это элементарно, ребят, даже на уровне... Ну, студентов привлечь даже можно. Но, чтобы быть уверенным, бизнеса близко не подпускать. Еще вопрос. Вот Юрий Владимирович в своем выступлении говорил про деревянные дома, которые являются памятниками архитектуры. Вот в чем видите решение проблемы деревянных домов? Потому что до сих пор тоже во многих живут люди. Как-то надо расселять. Коммуникации туда не всегда можно подвести. Вот. Как быть? Ну, я начну, наверное, с последней части вашего вопроса, что история с любыми инженерными коммуникациями, она больная не только для нашей страны. И более жесткие законы существуют, например, в Италии в части сохранения объектов культурного наследия. Так вы не заведете даже кондиционер порой в здание. А представляете, как в Италии без кондиционера живется? Что касается необходимости расселять, для этого существует вообще градостроительная политика. Это немножко не ко мне вопрос, вопрос скорее главному архитектору. Начиная с общей планировки города, каким образом можно сохранить более-менее те условия проживания, которые есть, ну, интерес жизни в центре, да, то есть нужно этот интерес соблюсти. И в то же время есть пустоты, кварталы, которые позволяют в том масштабе, о котором говорил Александр Викторович, их заполнить современными постройками и людям обеспечить возможность жить примерно в тех же как бы социальных условиях, которые были. А здания, если есть возможность их еще приводить в порядок, то, конечно, нужно приводить, потому что уникальное совершенно рядом же здесь, на, ну пусть на Ленина нет, а вот чуть-чуть вглубже отойдете, вы лучше меня знаете, какие там здания. Но время делает свое дело, ведь рельеф тоже не стоит на месте, он, так сказать, к сожалению, разрушает их, у них какие-то части проседают. Если есть возможность восстановить, значит, надо. А это делать. А если нет, ну тогда уже надо действительно, наверное, участок освобождать, потому что ну, в таких хибарах не всегда просто прилично даже жить. Я уже не говорю то, что удобно людям, даже со стороны не всегда прилично. Ну, вот. Коллеги, пожалуйста, подсказывают мне, что вот у нас буквально минут 10 осталось, наверное, нет, да? Нет.
Ну, такие интересные спикеры. Тогда... Вы уж нас не оставляйте, пожалуйста. Мы вас заманивали достаточно долгое время. Тогда последний вопрос, наверное, прикольный. Я не думаю, что последний. Ну, хорошо. К нам присоединилась только что коллега из «Коммерсанта». Я думаю, мы ей тоже позволим задать ее вопросы. Вот, что касаемо прикольных. В Рязани появляются тоже у нас то, что народу нравится и прикольно. Например, там грибы с глазами. Вы успели это посмотреть и как оцениваете? Успел посмотреть, я, в общем-то, в первую очередь бегал вокруг Кремля, то есть начиная от Муромского шоссе, кругами, ближе, потому что, в общем-то, для того, чтобы понять главный акцент города, никогда нельзя вплотную смотреть, а надо начинать с дальних точек, тогда ты можешь засечь, да, неожиданно, там, по Циолковскому вдруг, прекрасный вид совершенно, да, там совпадает и церковь Николы, да, если не ошибаюсь, которую церковники испортили штукатуркой, вот, и одновременно накладывается замечательно просто главный собор, вот, то есть вся начинать надо с общего, а потом уже дальше вкопаться, поэтому, а то, что появляются всякие грибы с глазами, да, это хорошо. Они, во-первых, как сделаны, это тоже очень важно, как сделано. Ну, причем у нас в разных городах, там, да, ну, там, не знаю, мы были бы Ешкарали, там, да, Ёшкин кот, в Чебоксарах, соответственно, Чебуреки и Чебурашка, ну и так далее, и так далее. Да нет, это все здорово. Это запоминается, это там сфотографироваться, как это называется, селфи, да, селфи сделать, все. Да нет, ну это, понимаете, это масштабик вот такой вот. Это прикольно, когда, вот знаете, вот когда сидит Достоевский на фоне библиотеки Ленина, а за ним прикольно поставили березки русские, представляете? Достоевский, библиотека Ленина, и березки такие, знаете, вот где проросли бы. Александр Ильич, я хотел вас поддержать, вопрос еще уместности, действительно, уместности, стилевой, художественной. Если уже заложены какие-то классические исторические параметры, как вот вы только что привели пример с Достоевским около библиотеки, то они уже определенный стиль диктуют. И появление грибов с глазами в данном случае, ну, я будем прямо говорить, неуместно. А есть территории, и таких территорий достаточное количество в Рязани, и в том числе в Москве, конечно, и в других городах. Когда можно создавать эти интерактивные зоны и специально даже, и даже инициировать такие программы. Есть же дизайн-ланды и так далее, как игровые зоны. И похохотать, и потолкаться можно. Но есть святые места, когда, ну, есть примеры жуткие совершенно, когда шашлык жарится на вечном огне. То есть есть некие грани этические, культурные. И вот, кстати, сохранение культуры и этики городской, оно и должно сдерживать, будем так говорить, от, ну, неприемлемых решений. Даже не столько архитектурных, сколько художественно-эстетических характеристик. Извиняюсь. Я тоже, до маразма, извините, да, стоит памятник Энгельсу. И под Рождество у его ног святое семейство. Значит, цари подходят. Понимаешь? Это, понимаете, вот, чем мы отличаемся от своих там, от своих матросей 17-го года, которые там, не знаю, лошадей в храмах держали. Это же такое же неуважение к другой, да? К другой религии, извините. К атеизму. Это тоже, в общем, не верить, это же тоже вера. В общем-то, я не верю, значит, я верю. Поэтому вот эти вещи нельзя допускать. И здесь надо быть очень жесткими. Вот здесь надо быть, то, что касается твоей истории, славы твоей родины, твоей семьи, здесь надо быть очень жестким. Это точно совершенно. Ну, я добавлю еще вот к тому, что мои уважаемые коллеги сказали по поводу «прикольно». Все-таки вот все эти вещи, даже малые формы благоустройства, уж я не говорю о большой архитектуре, да, они все-таки должны проходить, ну, как минимум, под контролем профессионалов. Потому что сейчас у нас, вот мы видим, там оформление города Рязани, там к празднику взяла администрация, что-то сделала, оформила, и нравится ей, прикольно. Это, знаете, вот мы же не приходим с вами к врачу и говорим, слушайте, а вы вот мне вот такие лекарства назначили, а я другие принял, и мне так хорошо стало, так прикольно вообще. То есть не приходит в голову, надо все-таки уважать мнение профессионалов. Вы знаете, сейчас по той президентской программе, о которой я говорил, требуется все-таки обсуждение жителями, в том числе элементов средового дизайна, которые привносят, начиная, в общем-то, с достаточно крупных, как формирование, например, общественных пространств, пешеходных зон и так далее, заканчивая те же самыми
грибами, о которых вы говорите. Но вопрос ведь не в том, чтобы удавить слушателей на этих обсуждениях. Вопрос в том, что профессионально нужно им донести тот взгляд, то мнение, тот подход, который действительно после этого создаст прикольную, комфортную среду, в которой всем поколениям будет удобно. Всем поколениям, подчеркиваю, старшему и самому юному. Вообще, знаете, если мы назвали памятник, мы сказали, все, и вот мне очень нравится фраза, если функция не влезает в памятник, тем хуже для функции. Понимаете, да? Главное – памятник. А дальше подберите ту функцию, которая может в нем разместиться. Вот и все. Другого пути быть не может. Если мы хоть шаг… Вот ты рассказал, да, про кондиционеры. Париж, Министерство иностранных дел. Нет кондиционеров. Жара была там, мы конкурс проводили, жара там 37 градусов, ничего, памятник. То есть надо, вот назвал, понимаете, там, если опять про грибы, да, назвался Грузия в кузов. Все, молчу. Все, спасибо. Все. Большое спасибо за интереснейшую беседу. Нам остается пожелать успеха конференции, успеха форуму и вам профессиональных успехов. Всегда ждем вас в Рязани. Спасибо большое. Спасибо.